Фито в конце 60-х годов основал религиозный проповедник Фетуллах Гюлен, ныне живущий в США. Его последователи открыли целую сеть школ по всему миру, выдавая себя за общественное движение, которое занимается образованием и благотворительностью, на самом же деле стремясь расширить политическое и экономическое влияние. Известно как минимум о 1400 школах в 100 странах мира. После попытки военного переворота 15 июля 2016 года, за которым стоял Фетуллах Гюлен, сеть ФИТО в Турции признана террористической. Органы прокуратуры Турции возбудили более 100 тысяч дел. К тюремному заключению приговорены 4890 последователей ФИТО, 3000 из которых получили пожизненный срок. Анкара делает все возможное, чтобы ограничить действия сторонников Фетуллаха Гюлена за рубежом, но на сегодня их точное количество неизвестно. Министерство юстиции Турции за последние 6 лет направило запросы на экстрадицию более 1000 лиц, причастных к террористической организации ФИТО. Среди стран ЕС наибольшее их число получили Германия, Греция и Бельгия. Экстрадиция членов ФИТО также была одним из условий Турции для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В МВД Турции назначили вознаграждение в размере 664 миллион лир, это почти 77 миллионов долларов, за содействие в поимке 338 человек. В красный список особо опасных и разыскиваемых МВД Турции преступников вошли функционеры террористической организации. За помощь в их поимке назначено по 10 миллионов лир, свыше 1 миллиона долларов. Среди них главарь ФИТО Фетуллах Гюлен. Анкара добивается его экстрадиции из Вашингтона, а также выдачи других членов ФИТО из 109 стран мира.